Мордовский народ в регионе занимает 4-е место по численности, поэтому национальный праздник Шумбрат проходит всегда ярко и массово. В минувшие выходные более 3000 гостей погрузились в национальный мордовский колорит. На празднике ульяновцев и жителей соседних регионов ждали песни и танцы, яркие костюмы и вкусная еда, а также различные мастер-классы. Сегодня мы с вами собрались, чтобы отметить замечательный, яркий и самобытный, полюбившийся всем народный праздник Шумбрат. Он вносит огромный вклад в поддержание межнационального согласия на территории Ульяновской области и всего Поволжья. С каждым годом праздник отмечается все масштабнее. В этот раз мордва собрались во Владимирском саду уже в 11-й раз. Каждый район области привезли свои кушанья, изделия ручной работы и показали национальные обряды. В нашей области 11 районов проводят этот праздник Шумбрат в районах и плюс еще в Димитровграде. То есть тот лозунг, который мы избрали в начале в самом для этого праздника Шумбрат, Шумбрат всегда, Шумбрат везде, он как бы воплощается в жизнь постепенно, как вот мы и хотели. Я пригласил своих коллег, всех членов Совета национальности при губернаторе Ульяновской области. Практически все откликнулись. Мы вот сидели как раз все вместе на одной лавочке. Подарком для всех, кто пришел на праздник, стали гости из Мордовии. Этно-арт-театр «Варма» привезли в Ульяновск несколько коллекций стилизованных национальных мордовских костюмов. Они выполнены из натуральных тканей и камней, созданы вручную. Мы достаточно молодой коллектив, очень креативный, и мы представляем культуру мордовского народа в новой ее интерпретации, занимаемся сохранением и популяризацией. Сегодня я в костюме стилизованном богини Талавы, богини огня, в таком прекрасном, замечательном, красивом костюме. Мне сегодня посчастливилось поучаствовать в фестивале. Ансамбль «Келу» из Саранска – настоящий бриллиант мордовской культуры. Со сцены Владимирского сада солисты исполнили множество национальных песен. Каждый год вокалисты – долгожданные гости ульяновского Шумбрата. Коллектив существует у нас с 1962 года. Очень знаменитые мы бывали очень во многих городах. Очень много у нас просто за день не расскажешь, сколько титулов. Ну, всего-всего хорошего. Приехали мы сегодня на этот праздник, Шумбрат Мордовии. Мы очень частые гости. Ну, мы национальное достояние Республики Мордовии. Поэтому мы просто обязаны приезжать каждый год на этот прекрасный и знаменитый праздник. Также по соседству с мордовскими гуляниями проходил и День дружбы народов. Жители и гости Ульяновской области смогли познакомиться с традициями, обычаями и кухнями разных народов Поволжья, принять участие в национальных играх, прочитать произведения на родном языке на открытом микрофоне. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.